Снова утро. В Тромсе идет снег. Мы наконец собрались после вчерашнего путешествия. Выше выходим вон. Ира тоже выходит из гостиницы. И сегодня мы идем в музей. Сейчас пешочком придется идти. Да. Чем больше будешь снегу ковырять, вот так мы точно не дойдем никогда. А вот здесь рядом с нашей гостиницей. О. Вот это вот рядом с нашей прямо. С нашей гостиницей это местная пивоварня. Вон. Где-то у них вот здесь даже магазин. Классно. Ну, а мы идем дальше. Сегодня на улице минус, а тротуары, они под теплые, они снизу подогреваются, поэтому на них нету снега. Тротуар там и здесь, а посередине, где машины, там снег. Дети все равно все на улице, вон, играют. Все детские маська хочет с ними. Ну иди с ними, играй, поиграй. Одна из главных улиц Тромса, центральная. Вот это светящееся здание, впереди это библиотека. Можно туда зайти, просто почитать книжки, погреться, отдохнуть. А мы идем дальше. Центральная площадь. Шли-шли и наконец-то подходим. Вон там впереди вот эти вот похожие на льдины, упавшие льдины. Это есть музей, куда мы идем. Называют Полярия. Интересно, в моем городе все большие автомагистрали находятся под землей. Поэтому, во-первых, не надо чистить снег. Легче ухаживать. Асфальт не ломается. Поэтому один раз вложить деньги, потратить, чтобы проложить дороги, а потом только использовать их. Мы приближаемся к Полярии.
Может, пойдем? Вот. Да. Маленький. Маленький. О! Ежи, да. Морские. То, что водится именно в холодных водах. То, что в Ледовитом океане водится. А здесь всякие, ну, из морских звезды. Маленькие. Здесь такие звезды есть. Маленькие. Смотри, сколько морских звезд. А мы сколько? Привет, мистер Улитка. Это что, его лапа? Пойдемте наверх. Привет, мистер Улитка. А вот ты какая. Актив. Ой, смотри. Боится. Она что, боится? А ты боишься ее? Да. А вот это смотри. Ежей только не трогает. Ай, она присасывается. Ой, что какой хорошенький. Ир, вон он. Ну, смотри. Он хочет меня укусить. Да, не надо. У него такая пачка, я боюсь. Зубастая. Да. Он мне на ногу? Угу. О, здесь даже вот эти. А этот огромный. Смотри, это такая же рыба, как эта, только маленькая. Этот огромный. Пачку свою разъявят. А вон камбала. Ты боишься, что ли? Я боюсь. Я тоже боюсь, умоляю. Камбала. У них нет чешуи. Холодная вода. Ну потрогай. Вон там. Вон там, точно. Малибай. А вот камбалу погладить, смотри. А камбалу погладить. Да вон, я погладил камбалу. Погладь ее. Ну ничего, руку засунь.
дальше. Дальше давай буль-буль-буль сейчас я покажу. Видел, как растение? Смотри, они на этих, на камнях живут. Посетили. Посетили полярию теперь. Идем перекусить. Пока мы гуляли в поляре, наступил день. Но идет снег. Я разделся. Теперь мы в кафе. Интересное кафе, хорошо оформлено. Сейчас будем что-нибудь кушать. И что тут есть? Что тут есть? Не знаю. Открыли сезон покупок. Первая покупка сделали для Амалии. Теперь Амалия у нас такая вот красивая. Покажись. Я олень. Да. Амалия теперь северный олень. Ну да, с рогами. Ты олень. А время? Идет снег. Эй. Очень красиво будет. Покажите, кто это выпрашивает. Что? Пиццерия. Мы в пиццерии. Будем кушать пиццу. Норвежская, настоящая американскую пиццу в Норвегии. Выбираешь, Маська? О, что это за пицца такая? Хоп-хоп-хоп. Пицца ням-ням-ням. О, привет! Мы же колбаску забыли. Вот такая вот колбаска. Приятного аппетита. Спасибо. Мы решили Амалию свести в университетский городок и показать ей музей науки в университетском городке.